Шаурму. Уверена? Да. Спокойно! Спокойно! Пожалуйста, не обижайся. Я понимаю напряженную ситуацию, но мне очень в Москву надо. Не исключено, что именно тяга к красивой жизни и желание перебраться из электроуглей в столицу и толкнула начинающую фотомодель на ограбление. Человечески жалко, конечно. 27 лет, да? Вляпалась девочка конкретно. Был же у тебя какой-то план. Деньги непременно нужно вернуть. Какая тупость уже началась. Ну, я понял. Раз, два, три, начали! Следствие установило, что ты дура. Черт, у тебя нет еще одной резиночки? Телка в бегах, деньги не съел. Проснитесь, если не затруднит. Ой, мамочки. Зай. Дура. Самое опасное животное на планете. Я тебя сейчас задушу. А я вас узнал. Такое с каждым может случиться. Ну, ты как-то все упрощаешь сейчас. Я упрощаю? Спасибо тебе, если бы не ты, я вообще бы не знаю даже что. Такого мне еще никто не говорил. Ну, я понял. А деньги? А с деньгами смешная история вышла. А, простите, вы себя в зеркало давно видели? Голым?